J'adore Eau de Parfum от Dior из группы «Цветочное и фруктовое. Аромат для дам». Композицию открывают Монголия, дыня, персик, груша, бергамот и мандарин. В сердце композиции мексиканская тубероза, слива, фиалка, орхидея, жасмин, ландыш, роза. Базовые ноты составляют мускус, ваниль, техасский кедр и ежевика. У этого аромата очень приятный цветочный запах, как раз подходит для лета. Dior J'adore Eau de Parfum. Эта новинка заявлена как мускатно-пудрово-цветочный аромат, который как нежная вуаль обволакивает кожу женщины, создавая ауру соблазнительной женственности. Эта композиция открывается нотами дамской розы из Турции и Болгарии. Этот аромат более вечерний вариант. Он терпкий и в то же время нежный. Я его ношу вечером с вечерним платьем коктейльным на любые вечерние прогулки. Для повседневного ношения, мне кажется, он будет слишком терпким. Следующий аромат от Dolce & Gabbana Императриц. Этот аромат унисекс. Таинственный и нежный аромат от Dolce & Gabbana. Этот аромат покоряет же с первых нот, принося радость, удовольствие. Базовые ноты этого аромата – арбуз, киви, мускус, цикламен. Этот аромат просто божественный, безумно нравится. Подходит для летнего периода. Следующий аромат – Tenderly от Oriflame. Этот аромат принадлежит группе ароматов цветочные и фруктовые. Акцентные ноты – цветок мандарина, клевер и ежевика. Этот аромат сладкий сам по себе. По моему мнению, этот аромат подходит больше для вечера. Днем он будет смотреться слишком вульгарно и навязчиво. Стойкость у него на тройку. Очень изысканный и милый флакон. Следующий аромат – Escada. Pacific Paradise. Этот аромат я покупала на разлив. Этот аромат мой кумир лета. Включает в себя аккорд из цитрусовых, а также сушеное яблоко, нотки кокоса, ананас, сахарных конфет, цветка банана. Этот аромат тропического рая. Экзотический коктейль из зеленого лимона, ананаса, кокосового щербета, карамели. Следующий аромат от Avon. Не смогла найти название этих духов. Этот аромат очень терпкий. У меня ассоциируется он с Новым годом, так как я заказывала его на Новый год. Он в то же время сладкий, в то же время он цитрусовый и цветочный. Такой нежный аромат Нового года, елки, мандаринов, новогодний аромат. Следующие духи от Valentino. Rock and Rose. Элегантный и утонченный аромат. Этот аромат подходит больше для вечернего использования, подходит для любого времени года. Цветочные и фруктовые нотки оптимальны для жарких летних дней. Ваниль и мускус хорошо звучат в мороз. Духи идеальны для романтических свиданий. В основе аромата ноты розового грейпфрута и мандарина, черной смородины и черники, цветочные оттенки ванили, фиалки, ветивера,